Учителя и ученые из 20 стран собрались в Астане на 9-й конференции, посвященной вопросам образования, профессиональное развитие педагогов, управление в школе, образовательные инновации, исследования учителей – это лишь малая часть тем, которые будут затронуты на международной встрече. В течение 2 дней пройдут десятки панельных дискуссий, семинаров, презентаций и круглых столов. Среди плодов работы конференции за годы ее проведения стало внедрение таких нововведений, как обновленное содержание образования и повышение квалификации учителей по программе Назарбаев интеллектуальных школ. Принимают участие очень известные международные эксперты. Среди них Паси Салберг, это финская система образования, Унтан, это система образования Сингапура. Приехали специалисты по вопросам психологии из канадских университетов, из Соединенных Штатов Америки. В этом году мы больше будем говорить о содержании образования, о системе оценивания, о ценностях, потому что прежде всего основой любой программы образования должен быть ценностный подход, потому что мы должны воспитать духовное начало наших людей.